Давайте следующие ребята, кто у нас? Ой, известный парень, настоящий баскетболист. Двухметровый амбал со стажем кидать мячи в голову своих соперников. Мне кажется, он становится выше и выше с каждым турниром. На чем сидишь-то, на стероидах? На наркотиках. Какие именно, расскажи. А, все. Амфетамины, ЛСД. Какие дают, все беру. Серьезно? Профессионал, молодец, красавчик. Но твой метр нас удивляет все больше и больше. Против него парень, которого мы видим первый раз. Ты первый раз на стрелке? Или был уже, но без бороды? Был. Без бороды, точно? Да. Это я точно чувствую, что ты был, но с бородой я тебя не узнал. Давай пару слов скажи. Чем занимаешься, работаешь, учишься? Да ничем не занимаюсь. Семья, жена, собаки. Собак много? Да, два бультерьера. А где они? С собой привез? Нет, с собой не привез. Почему? На даче отдыхали. Я не знал, что буду драться. Серьезно? Да. Все бывает первый раз. Пожелаем удачи, парни! Какое прозвище у тебя? Бультерьер? Нет. Питбуль, бульдог? Злая борода. Злая борода? Черная борода. Черная злая борода. Против двухметрового баскетболиста. Давайте посмотрим. Бойцы на середину. Ну что, парни, вы ребятки серьезные, все знаете. Пожмите руки и удачи. Давай, борода. Готов? Вперед. Готов? Зрители готовы? Да! Поехали! Давай, спокойно, руки подними только. Давай. Надо забороть до конца, Лёнь, до конца. Стоп! Замерли. Длинная ручка, бери его. Настойка, судья, да и все. Поехали. Смотри, накатывай на него, накатывай до конца. Вот, и ножку обходи. Он гард раскрыл, ножку обходи, Лёнь. Выпрями спину, выпрями спину, Лёнь. Выпрями спину. Выпрями спину, Лёнь. Лёня, выпрями спину, блядь. Ты не слышишь, что я тебе говорю? Куда ты там... Выпрями спину, Лёнь. Головой не бей только. Вот отсюда работай, обходи. Обходи. Куда ты опять залез? Стоп. Развернулись центр. Иди, иди, давай, что-то стоишь. Стойка, стойка, судья, красава. Лёня, блядь, уши включи. Приготовились, бой. Спину выпрямил. О, да куда ты головой бьешь? О, не-не-не, нехорошо. Головой бить нельзя. Я стойка заряжаю. Поднимай стойку. Поднимай стойку. Приготовились. Бой, поехали. Лёня, спину выпрями. Спину выпрями. Здесь смотри, ручку аккуратненько накатывай на него. Здесь спину выпрямляй быстрей. Выпрямляй спину. Да, и отсюда бей. Отсюда можешь бить. Бей, бей правой ручкой. Вот здесь залез, мам. Удержался там. Отсюда вставай, Лёня. Вставай или вяжи. Вот, поднимайся. Поднимайся. Все нормально. Молодец, спасибо, хорош. Лёнь, правой ручкой через, дай чему через левую. Правой ручкой в голову. Правой через голову. И здесь забрал спину. Вот, да. Пробуй, пробуй свое делать. Пробуй. Давай, давай, давай. Пробуй, 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 Лёнь, не лежи. Давай, садись, садись. Бей, бей. Ну, накидывай. Давай, давай, давай. Здесь завязать, Лёнь. Гард восстанови, гард восстанови. Левое колено восстанови, вот. Восстанови, восстанови полностью. И отсюда вставай. Дыши, 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 ручки, ручки. Стоп. Хватит, блядь, руками разводить, дерись, Лёня, блядь. Что ты делаешь? Руки подними и бей им, блядь. Приготовились. Бой. Ручки подними. Стоп. Готов? Да. Бой. В центр внимательно, бой. Правую дай ему руку оверхендом. Правую дай оверхендом. Вот еще. Вот, да, еще туда. Давай, еще. Давай! Копей! Лёня, давай! Разорвись! Чуть-чуть. Вот, колено еще можешь туда дать. Вот умница. Да, красава. Вот. И его подожми к сетке. Подожми его к сетке. Хорошо. Правая рука твоя. Правая рука твоя. Да, вот, еще. И провалил и ударил. Давай, бей, бей. Вот, еще туда, да. Красава, да. Вот он попал. Ведет, давай, его давай, ведет. Ебашь, да что ты, блядь, делаешь? Ебашь ты, что, блядь, его там? Бля, пацаны, не орите нахуй. Не слышно из-за вас ничего. И здесь забрал шейку. Закидывай, 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 сможешь. Закидывай, делай. До конца делай, блядь. Ты баран.
Все, теперь завязал. Завязал дело свое. Вот красава, и отламываю. Отламываю уже наверняка делай. Наверняка делай. Туда накатывай. Тазом накатывай. Тазом накатывай туда. Дальше, да? Давай. Какие у меня работаем в партере? Тяни руку. Все, вылез локоть. Забей на него. Ты вставай. Стоп. Стоп. Центр. Блядь, слушай, что тебе говорят. Центр то же самое. Та же самая позиция. Вниз. Давай, вставай. Что ты сюда пришел? Вниз, блядь, лежать. Руки подними и бейся. Ага. Приготовились! Ой! Все, здесь его просто завяжи его. Завяжи, блядь! Завяжи, Леня, не бей! Завяжи его руки, вот! И жди, пока поднимут. Еще вяжи. Вяжи! Еще вяжи! Еще вяжи, Леня! Еще и да, ноги, закрой гард! Хотя, может, так тоже. Не, не получится. Закрой гард и лежи, все, ничего не делай. Сейчас поднимут. Судья, мне кажется... А сегодня работаем в партере. Я, конечно, не уверен, но возможно. Можно будет поднять. Вот, красава, здесь сразу ломаю. Сразу делай, сразу. Сейчас поднимать. Не, сейчас не надо, сейчас все хорошо. Подожди чуть-чуть. Сейчас, давай, Леня, сломаем сейчас, ее. Сейчас у него не получится, и вот потом уже. Давай. До конца делай. До конца, Леня, делай, отламываю ее. Давай, дави. Мы не работаем в партере. Я стойку. Ладно, тело? Ладно, не мучайся, сейчас подниму. Вот, хорош. Давайте в центр. Уважения нет, Лид. Уважения есть. Какое, блядь, уважение? Ты дерешься, чувак. Давайте, как бы, я вам даю чуть-чуть подышать. Один заход. И все, если никто не выигрывает, то ничего. Договорились? Нет! Я не согласен. Давай. Воды тебе или что? Воды будешь? Водичку. Будешь? Пизда, конечно. Ты чуть его не добил, блядь, стоишь? Закрой лицо. Чувак, смотри, у него печень открыта. Ударь, как я. Ну, по печени. Понял? Четко, четко, хорошо. Прям с корпусом. Давай. Все нормально, там, блядь, просто мертвец. Да. Я тебе говорю, тебе, блядь, делать нечего. А ты, блядь, что-то перекрываешься. Вот, смотри, дай отсюда левый. Фокус, и все. Да. Оставь его. Оставь его, ты его сейчас не снимешь, ты его закрыл. Смотри, он уже сел, он уже никакущий. Я думаю, что ты накарабкаешься. Человек, ты накарабкаешься, должен держаться. Что ты хочешь? Да. О, красава, на кросса оператору. Работа. Нормально. Давай, злая борода, готов? Давай, злая борода. Готов? Чувак, печень. Все, твой. Поехали. Давай, пробуй. Борода, попробуй. Включай режим Барбаросса, давай. О, да, умница. Давай. До упора, блин. Здесь бороться, слушай, ручки ставить. Ручки давай. Ставить, давай, вот. Давай. Леня, еще, ау, блядь, проснись, Леня. Отвечай. Да. Еще. Дай печень, блядь. Уйди с угла. Гард восстанавливай. Гард восстанавливай. Гард восстанавливай. Восстанавливай гард, Леня. Восстанавливай гард. Вот, и до конца дел. Вот, восстановил, завязал. Не двигаемся. Здесь завязал, Лёнь. Бой, поехали! Здесь завязал. Просто завязал и отдыхай. Все, да. Сейчас подниму. Бежи, отдыхай. Активнее работаем в партере. Релакснее, братан, в камеру можешь посмотреть. Активнее работаем в партере. Улыбнуться. Стоп, стойка! Давайте, все, парни, отдыхаем на перекурче. Не, продолжай. Да сколько осталось времени? Все, времени нет. Времени нет. Все, так, парни, давайте на середину. На середину. Сейчас, братан, все руку подниму. Так, ну как я и обещал, один заход я вам дал. Парни бились круто, но время наше истекает. Поэтому сегодня боевая ничья. Остава! Ой-ой-ой, не уходи, постой здесь. Возьми микрофончик, давай толкни речь, вот сюда. Черная борода, я брат. Борода, иди поговори с рыжей бородой. Давай. А кто, он рыжий? А это я? Ты. Давай. Я думал, что я обдумаю. Сейчас погнемся. Каждый раз прихожу на стрелку, получаем массу,
удовольствие, адреналин зашкаливает. А большое спасибо организации, болельщикам, все круто. Да. Все, красавчик. Че, Рабродя, иди сюда. Давай, отдыхай, молодец, хорошо. Давай, ждем тебя снова. Иди возьми микрофончик, давай, толкни речь. Говорить можешь? Будешь? Ну, давайте. Давай, да, конечно, попробуем. Спасибо, скажем туда. Всем привет. Я могу сказать, занимайтесь спортом. Мой оппонент, конечно, молодец. Все сделал круто, но тяжелый пипец. Ну вот. Передаю пример, привет тренеру, борцовский клуб, своим... Сейчас, секунду. Что же там? Отдышаться. Устал, пандемия там. Ты заражен? Нет. Хорошо. Я заражен только стрелкой и боями. Красавчик, красавчик. Так бы все были бы заражены, и проблем бы не было. Yes, of course. А так печально. Ну, если честно, я приехал сюда ради своего друга. Ну, какого имени из твоих друзей? Костет, который читает рэп. Очень крутой исполнитель. Скоро будет взрывать тренды Ютуба. Ты ярко спасибо себя показал. Большое. Приходи к нам снова, будем рады видеть твои бои. Вот, так что ждем. Спасибо за красивый бой. Удачи, молодец. Хорошо выступил.